Вчера в Ульяновске отметили Всероссийский день трезвости. Праздник, который в России давно стал традицией. Более того, это официальное торжество, которое поддерживается церковью. Главная идея праздника – донести до людей, что счастье не может быть в алкоголе. На этот раз Симбирская митрополия организовала целый крестный ход близ Ульяновской наркологической больницы. В храме на территории медучреждения прошла божественная литургия в честь иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша». Считается, что иконе подвластно исцеление от многих пагубных привычек. От проблем, вызванных не физиологическими трудностями, а психологическими, потери нравственных ориентиров, разочарованием в вечных ценностях. В шествии приняли участие сотрудники и пациенты клиники, активисты Симбирского православного молодежного движения и подопечные Центра социальной адаптации граждан «Шаг к жизни». Подобное мероприятие стало уже традиционным и проводится ежегодно. Благодаря сотрудничеству митрополии и руководству больницы для зависимых людей организуются поездки по святым местам, просветительские и творческие задания. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.